Зачем ты клон? Блин, нафиг не сложный головоломки, ё-моё. Если кто-то из вас уже понял, что надо делать, и я туплю, то пишите. Вопрос, а куда я прибежала? Что это такое? Да, транспорт. Чё? Собачий транспорт. Мой английский на уровне... Прекрасно. Морозной снежной ночью одинокая крыса забрела в подозрительное здание. Разгадайте тайну и сбегите из ужасающего здания как можно быстрее. Ну что, ребята, сегодня у нас с вами симулятор крысюки. Поехали! Ну что, ребята, как всегда, русского языка нету, поэтому будем пользоваться Google переводчиком. Новая игра. Опа, крысюка. О, ё-моё, погодите. О, смотрите, какая милаха. Ёшкин ты кот. Я бегаю, и зырьте, снег пропадает, то есть я вот топчу. Слушайте, офигенно. А куда я забрела? Я могу идти обратно? Я милая крысюка, алё. А, понял, тут тупик. Тут, я так понимаю, геймплей тупо вперёд-назад, да? А вдаль я могу убежать? А, нет, не могу. Всё, понял, хорошо. Тогда будем следить от первого лица. Ну, как от первого, я не знаю, от третьего. Мы куда-то с вами бежим. Забежали в... Что это забор? Забор какой-то, если честно, он низенький, мне кажется. Мне уже не втерпёшь узнать, куда мы с вами забежали и откуда нам нужно выбежать. Я сюда пролезу? А, нет, погодите, мне не сюда. А, мне запрыгнуть и вот так вот. Не так? Погодите, Света, давай потерялась. А что мне делать? Я что-то могу? Погодите, я только... Офигеть, я могу зубками схватануть и тянуть. Ничего себе. Хорошо, теперь мы с вами в здании. Я уже получила достижение. Неплохо. О, вы только гляньте. Паутинка. А я могу выбежать? По идее могу, наверное, да? Не могу, да ладно, я думала, я могу выбежать отсюда. Так, тут тупик, ну что, бежим вперед. Ё-моё, вот это, конечно, тут развалины. Опа. Где я вообще нахожусь? А ща куда? Что мне делать? Что-то делать надо? Это так сложно! А, я ползать... Я же могу ползать по трубам, я же крыса. Юшкин ты кот. Паук, фу, мерзкий какой, ненавижу пауков. Опа, мы, походу, докуда-то прибежали. Банки! А я могу что-то с ними сделать? А я хватануть не могу, да? Блин, я думала, могу. А что-то в клетках что-то есть? Вопрос, а куда я прибежала, что это такое? Да, транспорт. Чё? Собачий транспорт. Мой английский на уровне... Прекрасно. О, я даже всё бить могу. Я это открыть могу! Ну-ка. Ну-ка. О! Слушайте, это вообще нормально, то, что крыса умеет открывать двери. Дядя. Вообще, было написано то, что есть еще какие-то скримеры тут. Я надеюсь, они тут не будут. Я испугаюсь, я ненавижу скримеры. Ну, я так понимаю, тут держали собак. Это все, конечно, прекрасно. Это типа что? Типа зверинец какой-то. Но вроде бы никаких пасхалок нет. Я не знаю, есть ли смысл куда-то забегать, пробовать? По всей видимости, нет. Хотя тут всюду бутылки, которые я могу кинуть. Погодите, мне это надо? Я это двигать могу. Так, хорошо. А если я это могу двигать, возможно... Мне сюда надо. О. А, не о. Ничего интересного нету? Я думаю, тут тоже ничего интересного не будет. Да, там кажется пустота, поэтому давайте-ка мы просто к двери это подвинем. Опачки, 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 опачки. И откроем следующую дверь. О. А что тут? Я не знаю, все какое-то одно и то же. Здрасте. Вроде пусто. Вообще не знаю, что это? Это похоже на какую-то... Тюрьму, ты чем меня пугаешь, ёшкин ты кот? Жесть, откуда он упал? Мне уже страшно стало. Звуки громкие. О, я вижу топорик. Я могу его взять? Я не могу взять топорик. Хорошо, значит, он мне не нужен. А чё я бегаю? Все одно и то же. Все. А он пройдет? А, это какой-то псих бегает, походу. Это тюрьма, что? Что ли? Я надеюсь, он там не обойдёт. Чё это тут у нас? А я не могу сюда никуда залезть, понял? Чтобы вы понимали, эта игра стоила 600 рублей. 600 рублей! Я надеюсь, она меня порадует, ибо стоила она очень дорого. О, мне нужно с этим взаимодействовать, да? Мне, походу, надо что-то сюда притарабанить. Будет. А это что? Темно! Мне нужно найти какой-то факел. А, включить электричество, хотя оно тут есть. Погодите, я что-то могу двигать, наверное. Не могу. Погодите, не могу. Но тут головоломки одни. А, хорошо. А что я могу двигать-то? Что-то ничего не тыкается. Мне что, идти в эту темную комнату? Вы серьезно? Ну, давайте побегаем. Что-то найти мне надо. О, кровать. Может, это психиатрическая больница какая-нибудь? Мне нужно что-то найти. Я же не та самая крысюка, которая может подобрать какой-нибудь факел. Господи. И пользоваться им. Сыр. Честно, я не хочу его есть. Мне что-то кажется максимально подозрительно. Он тут валяется. На тарелочке. Прям так и говорит, съешь меня. Но тут есть какой-то подвох. А зачем я сюда пришла? Погодите, а тут больше ничего нет. Походу, мне надо его съесть. Ну, давайте. Получено достижение. Окей.
И что делать? Сыр-то я съела, а что дальше? Ну что, побежали обратно, я что-то не понимаю, что мне надо сделать. Ёшкин такой, я ж подумала, что тут свет погас, мне стало страшно. А что делать? Погоди. Мне походу просто вниз, тут мне ничего не надо. Наверное, ибо я не понимаю, как мне запрыгнуть куда-либо. Вот сюда, я не могу. И тыкнуть ничего не могу. Но значит мне не сюда. Либо тут еще какие-то кнопочки есть, в которых я еще не разобралась. А не, погодите, тут головоломки какие-то. А, может мне что-то притащить надо? Хотя я тут взаимодействовать ни с чем не могу. Ёшкин такой, блин, все люди сложные головоломки, ё-моё. Если кто-то из вас уже понял, что надо делать, и я туплю, то пишите свои предположения, а что надо делать. Кстати, вы видели? А что это тут на полу? Ой, вернее, на потолке. Кстати, да, что это у нас тут на потолке? Странно. Как краска оказалась на потолке. И что мне делать? А, господи, я ж карабка смогу, ё-моё. На самом деле, да, головоломка сложная. Я думала, мне нужно что-то сделать более сложненькое, нежели просто взять и вскарабкаться по трубе. И так где? Коробка. Мне она нужна, да? О, красная кнопка. Опа, привет. Мне ее нужно спустить. А зачем? Вопрос хорош. Но мы ее куда-то тащим, она нам, значит, понадобится в конце. Я могу что-то взять? Не могу. Хорошо. Геймплей максимально простецкий. Ой, я ее могу... Я с этой стороны могу ее двигать. Ничего себе. Так, а что это вообще за клетка? А, это не клетка. Я понял. Не понял. Так, а сейчас я не понял. Погоди. Дайте-ка я вот это отодвину. Да ё-моё, опять на трубу. И все, это вся головоломка, хорошо. Я надеюсь, потом, в дальнейшем, будет что-то более сложное, ибо игра эта была очень дорогой. И я ожидаю от нее, ну, побольше, чем просто-напросто. Не понял. Я просто взяла её пола. Такое ощущение, будто бы я играю в Марио. О, я могу и тут бегать. Бегать, бежим. Опа! А может быть, мне вовнутрь надо было? Не, хотя, вроде, пока что все окей. О, идеально. Еще какие-то легкие уровни? Может, какое-нибудь усложнение будет? Хотя бы чуть-чуть. Да вы что, прикалываетесь? То есть вы понимаете, вся сложность заключается в том, чтобы перепрыгивать. А я даже это сделать не могу. Окей, аккуратно. Я могу бежать сюда? А туда? Я туда могу бежать? Офигеть. Господи, какая милая крысючка. Вы посмотрите. Так, а я сюда могу? Могу. Ага. А что будет тут в конце? Может быть, мне не сюда? А ход сюда. Сюда. Окей, а я хочу теперь понять, а куда бы меня привело, если бы я побежала вот сюда. Потому что сюда я бежать тоже могу. Не просто так. Мне кажется, тут какие-то пасхалки есть. Я хочу все пасхалки найти. О! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Короче, я понял. Мне нужно... Ох ты ж, блин. Избегать все эти ловушки и собирать сыр. Ну так или иначе, сыр мы подобрали. Я думаю, мы его подобрали, смысла туда бежать нет. Хотя ладно, давайте-ка затестим. Посмотрим, есть там сыр или нет. Хотя мне придется опять перепрыгивать. Да блин, я же не перепрыгну. У меня даже двойного прыжка нет. Окей, сыра нет. Опа, все, я понял. Как перепрыгивать это? Теперь я буду знать. Бежим дальше. Не особо понятно, куда нужно прыгать в этом вот минус. Я наконец-таки взкарабкалась куда-то. Я где-то на потолке. Не-не-не-не. Я на это не куплюсь. О, что это такое? О, какая-то штука, я ее есть, честно, не хочу. Так, двигай. Погодите, я двигать не... Я это не могу двигать? Это декор, я же раньше их двигала. Перепрыгиваем. Опа. Крысючки отравились, когда что-то тут съели. Понял. Значит, это я есть не буду. Идем дальше. А тут у нас что? Так, тут я для крыс, да? На это можно прыгать, бегать? А это просто какая-то лужица. Окей, я уже думала, мало ли, это тоже какая-то отрава, я ее лизну. О, боже ты мой. Сколько тут у моих собратьев? И так и манят этими яблочками. Но вообще, я крысюк, я ем только... Сыр. Алло, как? Куда? Там цепь есть. И мне что ли нужно за цепь зацепиться? Ну-ка. Головоломка. Ну, неплохо, неплохо. Банку хочу скинуть, это святое. Все, бежим дальше. Ух ты ж, опять паук. Фу, ненавижу. Мне постоянно мурашки пробегают, когда я вижу пауков. Ненавижу пауков. Да сколько яблок, да не хочу. Я ваши яблоки есть, ёшкин ты кот. О, господи! Меня съел паук? А с каких пор? Погодите, а пауки что, крысы едят? А как мне обойти эту штуку? Так, окей. Паук возле меня, я милая крыска. Лапками ее прогнать не могу, что мне делать? Скарабкалась. Фу. Я не могу, у меня аж мурашки по всему телу, когда я вижу этих мерзких пауков. Все. Ваших пауков. О, боже мой, какая мерзость. Я надеюсь, тут не будет пауков. Ну, первый раз. Братан, привет. Ты что, поговорить хочешь? А, он просто нюхает меня. Господи, какие милашки, вы посмотрите. А вы заметили, кстати, я крысюка? Вы гляньте, у меня что-то на лапке черненькое и на хвосте. А, я лабораторная, что ли, крыска? И у меня полушка нету. Я боевая крыса. Да? А погодите, я что, собираю армию крыс? Или что, ты за мной пойдешь? Я что-то хочешь. Короче, ладно, оставайся тут. Я думала, я буду собирать сейчас армию крыс и уводить их в безопасное место. Опять паук! О, слава богу, он тупикал и не может взбираться никуда. Опа. И еще один.
пауков. Господи, мерзость. Мне постоянно мурашки бегают. Фу, ненавижу. Ненавижу пауков. Это мерзость. Бла. Интересно, на сколько вообще минут эта игра? О, походу, какая-то новая локация сейчас будет. И мы с вами появились. Где? Что изменилось? Никого тут нет. Сейчас походу. Да ты чё, да в смысле? Он сквозь стол наклонился и захавал меня, кошмар. Я понял, мне просто-напросто надо пробежать, по-быстренькому пробежать. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, пока он идет за нами, нам нужно успеть уйти. Он быстрее, чем я. Он быстрее, чем... А, не, не быстрее. Да, быстрее. А я успею? Да ты чё, ну капец. Окей, мне нужно держаться ближе к камере. А его даже не замансить никак. То есть, если я где-то спрячусь, это не поможет, чтобы вы понимали. Окей, я понял, мне нужно ближе к камере держаться, вот так вот. О, смотри, там плакат собак. Что-то висит там сверху непонятное. Ага, дядь, пока. Лашпед не поймал. О! Уху! Батутик! Тут куча собак и кошек. А в чем прикол? Тут целый этот аттракцион для них. Опа. Оп, да, погоди. Вот сюда, а потом... Да, ёшкин ты кот. А потом сюда и вот сюда. Идеально. Я перепрыгнула, хорошо. А дальше куда? А, на рычаг? Ух ты, что я сделала? Что-то включила. Иди. Еще включила. А я просто бегаю и включу... Да ты... Вы видали? Офигеть. Это то есть игра уже знала то, что я туда упаду, да? Понял. Ну, неплохо вы это придумали, неплохо. Но я теперь знаю, что там ловушка, так что теперь я буду поосторожней. Повыше прыгаем. Опачки. О-о-о-о-о. Это что такое? Это что такое? А если обратно? А, неважно, в какую сторону, она все равно подымется. Слушайте, на самом деле, я не понимаю, зачем тут колесико для мышки. То есть, это специальная технология, чтобы сюда могли только крысючки пробежать? Или в чем прикол? Погодите, это как-то работает? Но вообще не просто так, ведь тут есть вот эти вот палочки, балки, которые, с помощью которых я могу перебежать. Я это включила, теперь мне назад. И на эту штуку залезть надо. Понял, ну давайте. Опа, опачки. Тихо, чуть не упала. Ну неплохо, придумано неплохо. Опа. Я уже думала, все, мне капец. Но по итогу я выжила. Где я? Куда мне? Понял. Карабкаемся вверх. Че вообще за здание такое, не понимаю. Тут то ли приют, то ли что. Какой-то дядька непонятный бегает, что-то хочет со мной сделать. О, сыр. Это я люблю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Плюс одно достижение. Это уже мой третий сыр. А тут у нас что? Просто вниз? И куда? Не понял, куда мне. Что-то нужно открыть. А вот тут я сломалась. Назад. А, просто вниз. Понял. А тут уже сюда. А могла бы упасть вниз прям в вентилятор. Ну, вентиляцию. Новый локейшн, новый локейшн. Опа, это что, статуя собаки? Я надеюсь, тут не будет никаких поединков. Какой-то мячик в краске. А что он тут делает? Зачем мне этот мячик? Я правильно делаю? Ну-ка. Опа, еще произошло. А что внизу? Зачем мне мяч тащила? Вот сейчас я немного не поняла, зачем мне мяч был нужен? Я что-то пропустила, походу, да? Мне что-то с помощью этого мяча нужно было сделать. А что, хороший вопрос. Я что-то пропустила, да? А, понял. Не понимаю, честно, что я делаю. А погодите, ли мне этот мяч сюда нужно было? Слушайте, возможно, мне этот мяч сюда нужно. Только каким образом он будет раскручивать это колесо, я без понятия. Как мне его теперь обратно? Сейчас притащу. Ну-ка, давай мяч. Мячик сюда, сюда. Куда? Не сюда. Аккуратно. Давай. Давай. Поехали. Ёшкин ты кот. Ну, давай. Сейчас, короче, мяч туда отнесу. Ой, я так могу? Я хочу его просто схватануть лапками и потащить. Я его не могу схватануть, чтобы вы понимали. Да, блин, он лапками не хватается. Окей, ну притащила я этот мяч сюда. И что? Мне теперь аккуратненько его нужно сюда засунуть? Нет, не падай. Ах ты, мяч, я тебя убью. А погодите, а может мне его нужно вентиляцию? А, она закрыта. Чё за разводиловка? Блин, ну я не знаю, а как мне мяч поможет крутить-то колесо? Если это работает так, то я вообще не шарю за физику. Тогда мне нужно аккуратненько его туда засунуть. Я ж ничего не вижу из этой башки. Короче, возможно, я поняла, что надо делать. Я так и не смогла этот мяч закинуть. Мое колесо, возможно. Игра хочет, чтобы я покрутила вот это колесо, открыла ту дверь, потом побежала, скинула этот мяч по вот этой вот горочке, и он типа придержал мне дверку. Возможно, может быть и нет. Если нет, то я не знаю, что делать. Господи, быстро бежим! Бежим! Давай мяч! Все, я не знаю, зачем мне нужен был мяч, он мне не нужен был. Ибо я просто-напросто успела прошмыгнуть. Так, а это что такое? Ага, то есть мне где-то надо найти коробку, да? А где коробка? Мне ее отсюда надо притащить? О, коробка. Ну, поперли, потащили. Сейчас у нас тоже с вами будет сложная миссия понять, что за что отвечает. Так, что мне первое надо? А, типа ни за что не отвечай, да? А, нет, за что-то отвечать. А, понял. Потихоньку нам надо будет вести их, да? Окей, давайте, наверное, самое первое основное. Вот это. Я так понимаю, мне вот это нужно будет скинуть. А я две могу тащить? А, понял, только одну. Хорошо. Тогда... Ой, меня это придавит, мне кажется. Я все в тупик создала. Серьезно, что ли?
Ой, я-то все нормально, понял. Понял, как это делать. Так, если я вот это вот сделаю, подвину вот сюда, карабкаю сюда, а туда как мне попасть? Так, не понял. А, мне нужно было вначале туда. Понял, походу все по-новому. Я уже неправильно сделала, да? Угу, хорошо. Притащила. Теперь это двигаю сюда, карабкаюсь. Нет, теперь я не понял все равно. Погодите, может быть мне тут нужно где-то достать еще одну коробку? Может быть, да. Погодите. А я могу вообще? Не, ну сюда я вскарабкаться могу. То есть мне так или иначе нужна эта коробка. Значит, я ее скидываю. Так и так мне нужно ее скинуть. Скинули. И походу вначале мне нужно будет вот это. Или все-таки я неправильно сделала. Так, а если я эту опущу? Давайте-ка попробуем эту опустить. И теперь попробуем опустить. Ё-моё, я не могу сюда попасть. Короче, Ребзи, в чем прикол? Я что-то немножко не поняла, как мне забраться вон туда. То есть, видите, там есть рычаг. Я так понимаю, этот рычаг для того, чтобы вот эта вот штуковина ездила туда-сюда. И я без понятия, как сделать так, чтобы она опустилась, та штука. И я смогла вскарабкаться вот сюда. То есть, чтобы вы понимали, вот я ее отпустила, мне нужно вскарабкаться сюда. То есть, у меня всего два ящика. Вот тот ящик, который вон там сверху, он должен стоять вот тут, чтобы я вскарабкалась вот сюда. А потом вот сюда вот наверх. И нажала вот эту кнопку. Но суть в том, что если я две коробки опущу сюда, я не смогу взобраться вот сюда вот без коробки. То есть, без коробки я сюда попасть не могу. Вот как? По итогу. Я что такая думаю, а как мне делать? И просто-напросто бегаю, вот так вот прыгаю. И каким-то образом допрыгала до вот этой вот штуковины. Вагонеточки, давайте назовем так. Вот. И типа я могу пройти. Это баг или что? Или это обманка какая-то? Я что-то не понял. Я что-то вообще ничего не понял, но окей, мы прошли. Что тут нам делать надо? Нам тут куда? Нам вниз? А. Что за звуки? Что за звуки страшные? Куда мне надо было? Куда? Погодите, или мне нужно было прям на него бежать? Так, ладно, хорошо. Тут ничего я сделать не могу. Мне не сюда. И мне не туда. А куда? А куда? А куда тогда? А куда тогда? Я не понимаю. А что мне делать-то? Погодите, я никуда пробежать не могу. А куда мне? Мне что-то сделать надо, я не понимаю, что. Жесть. Окей, ладно, на этом давайте закончим. Я без понятия, что мне делать. Нужно походу... Вы знаете, вот эта вот та самая игра, где нужно тебе 100 раз помереть, чтобы понять, что делать. И вот я бегаю, я такая... И что мне делать? И что мне делать? Наверное, там где-то есть какая-то кнопочка, которая что-то открывает, но знаете, мне кажется, на этом, в принципе, можно с вами и закончить. Вот. Понравилась вам вот эта вот игрушка или нет? Пишите обязательно в комментариях. Пишите свои предположения, что это вообще за место и почему я вся какая-то странная мышка. У меня есть даже серьги в ушах. Какая-то модная мышка, хотя я вроде бы на обычная уличная крысюшка. В общем, все. Всех люблю, целую и пока-пока.